Это вот та самая, к которой на болото лучше не попадать, потому что пойдете за клюквой, а окажетесь под водой. Так. Все, что за угодно. Каждый тут фестиваль некого цмока. Ну и что такое ваш цмок, а? Что, дракончик? Дракончик, а что? И каждый говорит, это страшенная история, страшенная. Не веру, не что я. А вот, собственно, и тот самый цмок. И хвост! А еще по воде умеет, а? И по воде умеет! И огнем, говорят, дышит! Ничего себе! Так у меня оставалось ее меньше! Ага, я тоже его когда кормить начинал, он был-то поменьше, а вырос-то ого-го! Как раз таки от них двоих весьма полезная часть. Прошу любить и жаловать авторитетного специалиста в области белорусской мифологии Дмитрия Скворчевского, человека, который написал книгу «По следах богов нарысы белорусской мифологии». Они занимаются, и они уверены, вот, можете в ней поучаствовать. Слушай, я думаю, вам обязательно. Али, можешь сегодня, не, а завтра, да. Раскрывать все, что это нужно прийти. Музей мифологии сказочных существ. Наверное, единственный, который есть у нас в республике, посвященный именно славянской мифологии. То есть, ну, все люди привыкли слышать слово мифы и легенды, да, всяких там, ну, там, минотавров и так далее и тому подобное. Вот, у нас есть, как бы, наша белорусская мифология, вот, а с этой целью, как бы, был создан вот этот вот... Коли я выиграю, то кто больше выкинет, то и выиграл. Все, ты проиграл. Вы нам это не лечите. Я еще не кидал на вас. Ты меня саманул. Аляш, хаты все мои. Так, и твоя. И моя. Подходим, испытаем наше зелье. Зелье чаровное. И а что будет? Вы не налили, да? Как 40 градусов было, а на, мабуть, 38. Так, опять сюда людей привел на мое болото. Говорит, на ужин идем. Какой ужин? Вам на ужин. А, болотник. Вот это перебор для ужина.